Дежурную часть Немчиновского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу обратился 36-летний мужчина, который сообщил о том, что из квартиры на улице Чистяковой неизвестный похитил сотовый телефон. Затем через приложение мобильного банка перевел себе на банковскую карту денежные средства заявителя. Сумма ущерба составила 47 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении этого преступления был задержан 19-летний местный житель. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.